Пешеходов будут освидетельствовать на алкогольное опьянение. Полиция получит право отправлять на медицинское освидетельствование по подозрению в алкогольном опьянении граждан, задержанных за административное правонарушение. При этом, согласен человек пройти тест или нет, значения не имеет. Если откажется, это соответствующим образом будет зафиксировано в протоколе и будет учитываться судом как отягчающее вину обстоятельства. Все это прописано в проекте федерального закона и поправке в Кодекс об административных правонарушениях, который подготовило Министерство внутренних дел России. Его текст размещен на официальном сайте МВД для проведения общественной экспертизы.